Привет, революционеры, это истинный следователь. Сейчас покажу, как я сделал батон, ну, хлеб с чесноком. В магазине продается, в разных магазинах стоит 50-60 рублей, дорого. На самом деле, можно самому сделать, и может даже и получше получится. Берем вот такой хлеб, грамм 200, разрезаем его, иногда они режут поперек маленькими частями. Ну, вот здесь надрезы, можете так надрезать. Чеснок подавите, вот такая чеснодавилка. Но в чеснодавилках проблема в том, что они очень слабые. Чеснок получается крепкий, и когда вы его кладете сюда, вот, то здесь может все это отвалиться, крепление. Поэтому надо предварительно чеснок резать. Либо покупайте железную чеснокодавилку из железа. И вот эти узлы должны быть очень толстые. Потому что ломаются и нормальные. Была чеснодавилка крепкая, и у нее вот здесь вот треснуло и отлетело. А стоят они вот такая 300 рублей. Жалко сразу выкидывать ее. Вот чеснок надавили. Чеснок постарайтесь найти нормальный. Не китайский, он более такой ароматный. Трава здесь, лук, укроп, петрушка. Можете траву положить, какая нравится. Масло, кусочек и майонез. И все. Можете что-то свое еще положить. Так, это потом еще я подогрел, чтобы масло растаяло. Потом... О! Так. Раскладываем. Выравниваем, чтобы было по всей длине. Чтобы в конце было. Ну все. Конечно, потом рот воняет, но можно пополоскать рот, ничего страшного в этом нету. Ну, много чеснока не стоит класть, потому что он жжет, он, ну, какое-то вещество у него есть. Не всем это нравится. Сильно может этим живот заболеть. Если чувствительный живот, поэтому можете вообще его не класть, какой-нибудь паштет туда положить, но этот вот с чесноком. Потом батон уже ему день, хлебцу, поэтому сейчас я его подогрею. И можно как отдельную еду, можно как какая-то закуска какому-то сидру. Вот такое вот получается. Дальше я бы его разрезал пополам или на 4 части и съел. Всем пока. Это истинный следователь. Чесночный батон вместо... Революционный чесночный батон вместо 70 рублей в магазинах 20 рублей. И все. Пока. Слава революции.